Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу продолжить эксперименты, хочу посмотреть, как реагируют краски. Одни и те же краски, одна и та же смесь реагирует на силикон в виде капель и на силикон в виде спрея. Потому что мне просто интересно. Вот, я слышала разные разговоры на эту тему. Вот здесь у меня 4 краски. Я взяла немножко такой... С одной стороны контрастные, а с другой стороны близкие по цвету. Это белый, бирюза, туркоз, потом аква, то есть водная. И здесь тоже, может, вам не видно очень хорошо, но все равно будет видно. Это одна и та же, один и тот же растворитель DecoArt. И вот теперь... На эту сторону я дам 2 капли. 2 капли силикона. А сюда, вот это у меня силикон. 3Art это как бы профессиональный силикон. Посмотрим. А это обычный силикон-лубрикант для автомобилей. И маленький пшик. Вот. Посмотрим, как среагирует. Может, нужно было больше пшиков. Не знаю, насколько это эквивалент. Смешивать. Белое. Чтобы лучше стекалось, она густнет. Можно каплю воды добавлять. Если видишь, здесь у нас капля силикона, 2 капли силикона. Теперь голубую возьмем. А, то есть не голубую, а аква, да. Возьмем эту черную. Вот эти трипс. Опять белые. Порядок красок можно делать какой хочешь. Разницы нет. А поскольку это перевернутое, мне хочется, чтобы сверху было все-таки белое больше. Так, теперь начнем с этой. Надеюсь, вы хорошо видите. Так, здесь у нас силикон, который мы пшикали. Опять же, я стараюсь это делать просто ради интереса. Мне интересно знать, как реагирует краска с силиконом в виде растворителя, какие дают картины, вот как открываются эти клеточки. Вот. Опять можно дать. По густоте краска разная чуть-чуть, то есть все равно она как бы отличается, но в этом нет ничего плохого. Именно мы получаем совершенно разную реакцию. Разную реакцию на полотне. И я, в принципе, ничего не имею против. Чтобы все было равномерно. Оно просто рассекается по-разному. Если одна краска чуть гуще, а другая чуть... Так, что мы теперь делаем? Мы делаем вот так, вот так. Вот так, вот так. И, наверное, сделаем перевернутую чашу. Флипка. Немножко поспешила я, но ничего. Оп. Так, установили. Теперь поднимаем. Ох, какие классные узоры пошли. Значит, первое, где я добавляла
Первое, где я добавляла, что-то неровно стоит, где я добавляла в каплях, смотрите, какие пошли. Вот. То есть разница все-таки есть. Заберем воздух и немножко откроем. Смотрите, какая красота. Значит, это у нас... Я не хочу, чтобы разрушались эти клеточки. Осторожно поведу. Это у нас масло, силиконовое масло, силикон в виде... Сейчас я закончу. Можно удалить. Вот. А это у нас спрей. То есть тоже как бы... спрей. Опять же, может, я мало дала, не знаю, мне трудно судить. Каждый вот все-таки там открывается, все-таки разница чувствуется, да? Мы по краям дадим закрыть углы, закрыть углы. Мы поработаем с этой. Это срабатывает неплохо. Вот тут у нас немножечко. И там. Вот. Вот как открывается дополнительно. Можно работать торчем. И теперь, а тут у нас большие, как ни странно, появились. Я придержу. Вот, и можно вот тут, мне не нравится, что нет такого. Вот, чем мне нравится это искусство, что можно вот, в принципе, переделывать, доделывать. Тут у нас клеточки появляются. Вот, но они появились какие-то с этой стороны большие. Вот, такая вот интересная картина. То есть разница, видно разница, силикон в виде спрея. Мелкие такие. Ну, в целом мне нравятся эти такие, знаете, переливы. Не могу сказать, что плохо получилось. Пожалуй, все. Не буду я тут больше ничего делать. Ну вот, давайте посмотрим. Вот эта картина. Так, чтобы не капало. Эта картина у нас... мы использовали масло, капли силикона. И он дал такую реакцию. Видите? Потом я сфотографирую. А здесь мы использовали спрей силикона. И получили такие вот большие капли. Интересные, мелкие. Очень много мелких. Тоже своеобразная такая интересная реакция. Наверное, большинство скажет, мне нравится вот такое мелкое. А некоторые скажут... А нам нравится вот такое. Но в целом экспериментом я очень довольна. Так что, наверное, для получения таких вот красивых клеточек я все же буду использовать силикон в каплях. Кто хочет повторить мои эксперименты, пожалуйста, всегда, как говорится, welcome. Спасибо за просмотр!